ЧП произошло сегодня во дворе одной из краснодарских многоэтажек на улице Хакурати. На стоянке загорелся припаркованный автомобиль. Местные жители, которые опасались, что машина взорвется, вызвали пожарных. Они прибыли через 5 минут. Источник возгорания находился под капотом, и, по всей видимости, произошло короткое замыкание. На ликвидацию ЧП были направлены сразу 2 бригады огнеборцев. Однако, чтобы потушить пламя, хватило сил одного расчета. Угрозу устранили в течение 3 минут. Пострадавших нет. Точные причины возгорания иномарки установят сотрудники Пожнадзора.